друзья, подписчики мои, зрители, родственники. Харьков, привет, девочки, привет. Я решил снять второй фильм, коротенький, продолжение как бы происходящих событий о моем инсульте. Да? То есть не потому, что я наслаждаюсь как бы своим состоянием, а скорее всего я хочу просто рассказать, что со мной происходит, чтобы люди, глядя на меня, не делали моих ошибок, не повторяли. И вовремя спохватились, как бы, да, то есть уже три человека мне сказали, что призадумались о своем состоянии, о своем здоровье, что они едят и вообще как они живут. Это уже неплохо, значит все не зря. Все не зря. О, Господи. Ну что, продолжаю. Я рассказал, как я был в больнице, как я попал с инсультом, последствия, все. То есть в больнице, кстати, вот под конец, нет, перед выпиской я себя чувствовал очень неплохо. Я просто, у меня было много энергии, я носился по коридору, только ходил быстрым шагом, просил меня выписать. Это было 14 декабря уже, меня выписали. То есть полон сил. 15 декабря мне надо было попасть в организацию, в одну там, со своими документами разобраться, срочно надо было выписываться из больницы. И вот 15 декабря я иду в эту организацию. И понимаю, что, наверное, все-таки у меня был инсульт. Потому что у меня закончились силы на полдороги. То есть это было совершенно как бы непривычное состояние, потому что обычно я очень хороший ходок, я полон сил, бодрячок такой. И тут у меня заканчиваются силы на дороге. Я начинаю искать, где припарковаться. Да. Хорошо, если бы присесть. А вообще хотелось бы просто за что-то взяться, подержаться и постоять, отдышаться. Просто закончились силы. И вот я могу сказать, допустим, что люди, у которых случился инсульт и начинают жить с этой проблемой, должны понимать, что жизнь теперь новая. И себя, слово есть, береги себя, говорят. Действительно надо беречь себя. По-другому не получается. Нужно высыпаться, во-первых, это раз. Раньше ложиться, нахрен телефоны откладывайте. Не слушайте, как говорится, плохие новости. И не читайте большевистские газеты, как говорил профессор Преображенский. Не надо себя перед сном портить настроение, чтобы потом просыпаться среди ночи на нервы. Нужно высыпаться. Если я не высплюсь, у меня нет сил. То есть просто я не могу нормально жизнь жить. То есть и теперь надо себя контролировать. Если я лег раньше, выспался, то я не могу сказать, что я, конечно, полноценно живу, но уже чувствую, что мне силы прибавляются. Так как я сейчас лечусь еще, то есть я нахожусь на больничном, я завтракаю мне 7 таблеток, вечером 6 таблеток. То есть я чувствую, что микроскопическими шагами, очень маленькими, состояние улучшается. Да? То есть, почему в больнице мне было хорошо, я был полон сил? Мне ставили капельницы. Мне каждый день с утра 3 капельницы ставили, там полные бутылки прокапывали. Сейчас капельницы никто не ставит, я пью просто таблетки. Поэтому у меня остаточные явления после инсульта, но еще не прошли. То есть полтела, да, вот рука уже отошла, хотя я недавно чуть не обморозился. Надо помнить, что если потерянные ощущения, да, как вот онемение, надо беречь, допустим, ту же руку на морозе. Я был без перчаток, и правая рука мерзнет, тогда она как-то не мерзнет, нормально. Так вот, когда я пришел домой, я от боли плакал. Потому что любое воздействие возвращается в 2 раза сильнее. Если я взял чашку горячую, правой рукой здоровой, ой, горячо там, да, не страшно, да? Левой рукой взял, не чувствую. Через несколько секунд эта боль вернется в 2-3 раза сильнее. Будет взрыв мозга от боли. То же самое на морозе. Я прошелся, погулял. Ну, как-то померзло, но так не сильно, не чувствую. И тут эта боль от мороза вернулась. Боль была такая, что я плакал. Сделать ничего невозможно, но больно так. То есть надо понимать ответственность, что надо беречься. Беречь себя, правда. Потому что это особенность уже нынешнего состояния. У меня, например, ступня еще не пришла в себя, как у покойника, да, то есть как будто бы 2-3 месяца был гипс, он его сняли, вот ощущение такое.
Надо за это, чтобы мне ухаживать. Я разогревающие мази, массажи делаю. Я нашел прибор, старый советский Гелон-2, который при помощи поролоновых электродов мокрых электричеством разгоняет кровь в этой ступне. То есть надо постоянный какой-то уход. То есть потому что то ли кровообращение после инсульта нарушено, то ли какие-то, не знаю, связи. То есть. Поэтому надо за собой следить, правда, себя переследить за тем, что происходит. Не переохлаждаться, не хватать горячее. Там, надо понимать, что тело не чувствует боли. И поэтому можно в конце концов нанести себе какие-то увечья случайно. И потом об этом пожалеть. Ну это о том, какое состояние сейчас, да? Теперь, надо худеть мне. Я стараюсь, да, я перешел сейчас на такую диету. Мне сбросили статью. И в этой статье находятся таблицы с гликемическим индексом продуктов. То есть сколько сахара продукт несет в организм. Так как мне поставили диабет второй степени, естественно, я стараюсь не есть вредные продукты. Я уже сам как-то приучился, вот я хожу по магазину и смотрю. Сначала я переживал из этого, реально сидел, плакал над списком продуктов, которые мне нельзя. Бананы нельзя, ананасы нельзя, потому что там очень много сахара. Вернее, их можно, но немного, иногда. Поэтому очень обидно. Я привык пить лимонад в огромных количествах бутылками. Нельзя мне лимонад теперь. То есть жирные продукты, там, с холестерином, такие пончики, с кремом, вообще, то есть категорически. Все это я очень любил. Доел все. Теперь больше овощей. Крупы не все можно. Я вывожу про эти таблицы, внимательно посмотрите. Да, конечно, не все зайдет, как говорится. То есть, но если подумать и научиться готовить блюда с этих продуктов, да, то кое-что и очень прилично на вкус, то есть и можно жить этим на самом деле. То есть я сам экспериментирую сейчас, готовлю какие-то вещи, которые раньше не готовил. Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, подумаешь, еда. Но вы полейте их томатом, посыпьте черным перцем, смешайте с тертым сыром, запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, какое это чудо. Потом вам станет худо, но это уж потом. Лиможные персоны худеют на диете и напрасно. Им снятся макароны, а надо есть пилюли да лекарства. А я человек простой, хотя и не худой. Налить я доверху томатом, набить я черным перцем, а также тертым сыром и молодым вином. И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда вкуснее, чем это чудо, вреднее, чем оно. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я их так полью томатом, посыплю черным перцем, смешаю с тертым сыром и дам запить вином. Поймет она всем сердцем, какое это чудо, потом и будет худо, но это уж потом. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я приготовлю их однажды на двоих. Ну просто надо жить по-другому теперь. Теперь это другая жизнь. И я к этому привыкаю постепенно. Как-то переключился, вы знаете, мне не надо заставлять, я постепенно как-то уже начинаю к этому привыкать. Я чувствую, что я понемножку худею. Я худею, то есть мне легче. То есть я уже наклоняюсь спокойно вперед, у меня нет прямо ощущения, что у меня здесь плотный рюкзак, да, набитый, что я не могу согнуться.
пока что спортом я заниматься сильно не могу. Кстати, вот хорошо, я вспомнил вопрос. Очень веселят люди, друзья, да, как мои там хорошие знакомые. Я понимаю, что они по-своему обо мне беспокоятся. Но граждане мои, дорогие, не пережив инсульта, допустим, да, не поняв, не осознав, какое у человека состояние, ну правда, глупости вот эти. Занимайся физкультурой, начинаю сбрасывать мне комплексы упражнений. Люди добрые, у меня нет сил. У меня нет сил. Для меня поход по магазинам – это подвиг. Когда ты идешь и думаешь, какую ногу поставить куда, да? И когда ты думаешь, где, Господи, где, блин, найти лавочку, я не могу. У меня просто темнеет в голове, заканчиваются силы. То есть какая физкультура? Надо прийти в себя, надо, чтобы хотя бы восстановилось состояние, когда ты нормальный человек, можешь просто сходить куда-то, наравне со всеми. Я вышел на работу на следующий, ну, через день после того, как выписался от больницы. У меня нет выбора. Я беженец, я живу на работе, и как бы я вышел на работу. Да, я на работе не таскаю мешки, у меня работа легкая. Я техник, я ухаживаю за оборудованием, слежу за оборудованием. Мне легче. Руководство, как говорится, ко мне хорошо относится и понимает мое состояние, все, меня никто не трогает особо, не нагружает никакой личной работы. Но для меня первые дни был подвиг сходить куда-то. Это очень тяжело. Когда ты как бы по ступеням так точно смотришь, как куда какую ногу поставить, потому что тело не слушается. Нога как будто у покойника, допустим, левая, да? То есть смотришь вообще, она двигается либо нет, все, ну, слабо чувствую. А тут тебе советуют, давай, там, зарядку, упражнение, все будет. Все будет, будет физкультура, будет упражнение, будут, да. Но просто окружающие должны понимать, что сначала человеку надо восстановить обыкновенный образ жизни, нормальный, чтобы мог хотя бы, ну, двигаться так, как все остальные люди, в достаточном количестве, да. Сходить в магазин, там, на рынок сходить, там, прогуляться обратно, на какую-нибудь выставку туда и обратно, и просто не потерять там сознание. Это уже очень много. Ну, со временем, конечно, да, я займусь. Я займусь и велосипедом, и всем, я буду восстанавливаться. Ну, ладно, прекращаю жаловаться, прекращаю ныть. О себе, конечно, надо заботиться, но жалеть себя надо прекращать, да. Хотя, бывает, накатывает депрессия жуткая. Я очень благодарен своим друзьям, которые обо мне заботились в больнице, приезжали ко мне в гости, родственникам, которые бедные переживали, перепугались до смерти, находили меня через Израиль, нашли общий, у нас общий друзья в Израиле, через Израиль позвонили, нашли в России друзей, которые нашли меня в больнице и просто привезли мне вещи, продукты какие-то. Это было очень приятно, когда я увидел улыбающееся лицо своего друга, который пришел меня проверить. Это как, знаете, как ангела увидел, да? Это эти щеки румяные, радостные. Это было чертовски приятно. То есть очень много, конечно, много значит, когда тебя не забывают. Ладно, таблицы выкладываю. Берегите себя. Спасибо вам за то, что смотрите. Будем жить. Не корона, бро. Не корона, бро. Тоже не корона, бро. Все ведь ништяк.